Всем привет, друзья! Сегодня вот такая вот легкая вроде бы головоломка, или можно сказать ребус. Нам нужно разгадать, какие цифры зашифрованы в таком вот равенстве. Удар плюс удар равно драка. Понятно, что одинаковые цифры обозначены одинаковыми буквами. То есть, если у нас есть буква D здесь, здесь и здесь, то это одна и та же цифра. Вы, собственно, можете теперь поставить на паузу, подумать. Головоломка, в принципе, несложная. Она класса так для 4-5. Но, слушайте, вообще и взрослым полезно это такое решать. Потому что вот так вот с бухты-барахты в уме решит далеко не каждый. Ну, собственно, я надеюсь, все, кто хотел на паузу поставить, поставили. Давайте рассуждать. Начнем того, что давайте запишем это вот все в столбик, так будет проще. Удар плюс удар равно драка, да? Вот так вот. И давайте смотреть. Первое, что мы видим, это то, что у нас каждый из этих слагаемых должно быть меньше 10 тысяч, потому что оно четырехзначное, да, то есть максимум может быть 9999, да, но 999 не может быть, потому что у нас разные буквы. Ну, в общем, что-то такое четырехзначное меньше 10 тысяч тут и тут, а раз тут и тут меньше 10 тысяч, то сумма получится меньше 20 тысяч, так? А раз так, то D у нас тут единственный возможный вариант, значит, D у нас будет единичка. Раз D у нас единичка, давайте посмотрим, что у нас получается. У нас получается U1AR плюс U1AR равняется единичка RAKA. Ну и давайте дальше рассуждать. Вот давайте посмотрим на букву А, потому что она встречается здесь очень часто. И сделаем по ней вывод, что она может быть либо 2, либо 3. Почему я так решил? Потому что вот тут у нас в разряде сотен есть 1 плюс 1. Да? То есть это, ну, может быть только 2, либо 3. 3 в том случае, если вот тут у нас число больше 5, то есть там А плюс А получается больше 5, это будет 10, да, мы пишем 0 и 1 в уме. Но тут у нас опять буквы А, правильно? И тут А. То есть тут мы решили, что это либо 2, либо 3, а тут мы говорим о том, что это может быть там 5, 6, 7, 8, 9. Да? Но 5, 6, 7, 8, 9 никак не может быть, потому что тут у нас либо 2, либо 3. А раз так, то стало быть, в разряде десяток у нас тоже числа до 5, значит, тройка здесь получиться не может. Значит, А у нас равняется только 2. Ну и с другой стороны, глядите, вот тут R плюс R, да, какие бы числа это ни были, четные или нечетные, они одинаковые. И А всегда будет четным. Значит, А у нас может быть только двойкой. Что у нас теперь получается? Теперь у нас получается U1, 2R плюс U1, 2R равняется 1R2K2. Так, из разряда единиц видно, что R у нас либо единичка, либо шестерка, да, потому что 6 плюс 6 равняется 12. Но R единичка не может быть, потому что у нас уже D единичка, и это как бы однозначно было без вариантов. Стало быть, у нас R это шестерочка. А раз так, то получается у нас U126 плus U126 равняется 1R2K2. Ну и тут уже безошибочно угадываются U и K, потому что, ну, как бы, а по-другому ты никак и не сделаешь. Отсюда следует, что у нас U равняется 8, а K равняется 5. Следовательно, у нас получается 8126 плюс 8126 равняется это все 16252. Ну и, собственно,
все сходится. Вот это и будет правильным ответом. Причем тут, как видите, только у нас единственный вариант, никаких или-или не может быть. Так что вот такой вот ребус загадывать своим детям, пусть развивают голову, это полезно.